Мы с нашим доблестным отрядом Готика провели целую кучу опытов с поездом. Во-первых, можно ли столкнуть два поезда, можно ли столкнуть в принципе поезд с рельс. А что будет, если лошадь будет на пути поезда или табун лошадей, будут ли они убегать, можно ли остановить поезд путем кучи тележек, и в принципе за массовое убийство поезда может ли что-то быть, выкинуть из сессии, крашнуть ошибкой или вообще в принципе если за раз убить очень огромное количество людей. Все об этом в этом ролике, с вами Готика, Готика и Сократ. Для начала мы решили толкнуть поезд, то есть может ли огромное количество людей при помощи тележек, повозок, да и просто пешком толкнуть поезд, ведь по сути дела в GTA Online определенный вид движимого имущества, так сказать, транспорта можно было толкать, вот подумали, можно ли растолкать поезд. Мы пробовали, и ничего у нас не получилось. Поезд толкнуть с места нельзя, даже если в нем нет машиниста, он ничего не жмет. Более того, наши опыты показали, что, к сожалению, в сессии не может быть два поезда одновременно, которые движутся по одной ветке. По большой ветке от Сен-Дени, Ван Хорн, Аннсбург и так далее, через Ранчо Эмеральд, на этом пути не может быть два поезда, а соответственно, столкнуть два поезда тоже нет такой возможности. И врезаться двумя поездами друг в друга тоже такой возможности нет. Более того, поезд не сходит с рельс, то есть это просто как здание, которое просто движется, и все. То есть на этом опыты попытках взорвать или сместить поезд у нас закончились, потому что ничего на него не действует. Однако остались более интересные опыты, связанные с тем, может ли быть что-то с тем, кто убьет за раз огромное количество человек. Мы кинули связанных людей под поезд, и машинист поезда не был ни с кем в отряде. То есть компьютер считал, что это было массовое убийство. Более того, ничего не произошло. Он просто переехал по куче людей, с тониками люди, без тоников, это без разницы. Все померли просто за раз. Далее мы решили проверить, может ли поезд, точнее, как влияет на лошади, если на них движется поезд. Каждый из нас вызвал огромное количество лошадей, мы их поставили на мосту, чтобы они, если что, разбежались и попадали с моста, так сказать. Мост небольшой. И на полном ходу ворвались в это стадо. Просто огромное количество бифштекса разлетелось в разные стороны. И в конечном итоге мы пришли к выводу относительно того, что как поведут себя лошади, запряженные в телегу. И поставили тюремные повозки, больше 10 штук. И это было самое-самое удивительное, что произошло с неподражаемыми эмоциями внутри нашего Дискорда, все ссылки в описании. Цель — убить батю. Пизда, блядь. Едет бан. Это был эпич. Тут на углях колеса чьи-то остались. Сократ, слышишь? Сократ, ты это сбоку, спереди или откуда записал? Я сбоку справа от поезда. А, пацаны, я не знаю. А я сбоку. Ну вот, собственно, на этом и все. Проводите опыты вместе с нами. Как я уже говорил, все ссылки в описании. С вами была Готика, Сократ. Увидимся в следующих видео.